Лес. Вот это место. Начало леса. Я не была в лесу 15 дней, полмесяца. Маугли был в Питере, он сегодня приехал, порешали кое-какие дела. И вот 5 часов вечера мы выбрались посмотреть мой трутовик. Я боюсь, что он уже деревянный. Очень мало времени. Мы сегодня должны проверить. Не успею, наверное, другой лес. Если найду хоть один подосиновик, то поеду в лес, где подосиновики растут. В этом лесу они тоже бывают. Если не найду, то поедем в Телеши. Самый гриб. Надо его снять. Вот такой вот красавчик, усохший. Сивый трутовик поменял одежку. Или он загрязнился, или запылился. Но сильный ветер. Сильный ветер. Такой был яркий, красный. Ну, какой становится. В прошлом году я вижу издали, вижу уже издали. Так и сказано, что они издали. На этом пне был в прошлом году трутовик серно-желтый сверху. Он был такой интересный. А этот, я побаиваюсь, что уже старый. Когда мы здесь были последний раз, 26 мая, не было здесь ничего, даже намека никакого не было. А сейчас вот такая красота. Саш, иди посмотри, может быть, ты ее срежешь, только осторожно, там трава высокая. Сейчас я потрогаю сначала. Смотри, от него споры насыпались. Только какой смысл этих спор? Мягкий и сочный. Опа. Ну-ка, переверни его. Ну, он мягкий и сочный. Отличный. Классно. Его. Все, берем. Давай я его так вот. Ну, я пойду тот, который там подрастал, маленький. Там сейчас представляю, какая красота. А вот это что? Ну, это споры, наверное, стряхни ты их. Вот как-то тут... Такие споры, что ли, да? Я не знаю, черт, это такое. Ну, покажи, дай, смотри. Во, там споры от него насыпались. Потому что внизу здесь тоже споры такие. Ну что ж, вперед. Тут вот маленькая какая-то загнувшаяся поганочки. Ладно, еще к озеру, к этому, к болоту зайдем и все. Мне тоже ТСЖ. Он очень мягкий грибочек. Я думаю, что это он. Но он маленький, я его не беру, оставляю. Правда, не знаю, когда я теперь сюда попадаю. Не скоро, наверное. Они растут довольно-таки быстро. Я не найду свой пень с ТСЖ. В поисках ТСЖ. Сегодня именно из-за него я сюда и пришла. Только это другой сорт, другая порода какая-то. Те, которые я нашла этажерочкой, ступенечками такими, были совершенно другие. А здесь что-то с них сыпется. Действительно, это споры белые. Споры у них такие вот. Только смысл. Их столько много. Они ж, если ветром бы их сдуло куда-нибудь на другие пни, что ли? Не знаю, куда. Да, вот. Может, птицы поклюют. Давай забираем. А зачем они тебе? Ну, мы будем их съесть. Ну, будем есть, посмотрим. Странный, блин, не хочу. Нет, это... Мы же один съели уже. Это тут были маленькие. Мы же один перед твоим Питером. А это уже какие-то вообще непонятные. Смотри. Сейчас я потрогаю, подожди. Точно, он хорошо пахнет. Ничего он не хорошо. Пахнет хорошо, ты понюхай. Что? Очень хорошо. Где хорошо? Супер, супер. Хороший этот уже деревянный. Опоздали мы. Он крепкий. Брать не будем. Пусть себе выживает дальше. Здесь мы уже один съели. Молодой, красивый. Самое первое у меня видео. Это было полмесяца назад. Красота зато. Ну, тебе повезло, что нас здесь не было. Живи дальше, живи долго. Супер. Но это лес такой тяжелый. Здесь можно всегда заблудиться. Если долго ходить. Но мы на 5 минут только сюда пришли. Мид, никакие подосиновики, подберезовики здесь нам не попались. И суховато, и им еще здесь, наверное, не время. Значит, другой лес отменяется, поедем третий. Наш поход окончен. Всем пока-пока и до встречи.